Так, ну что, давайте мы с вами позанимаемся такой как бы визуально простой темой, которая называется движение прямой и плоскости. И начнем с истории. Начнем с такой прикольной истории. Есть такой отель, называется отель Гильберта. Гильберт – это великий математик, который жил на рубеже веков 18-19, который в 1900 году на Всемирном математическом конгрессе объявил о 23 самых великих проблемах математики, которые подлежат решению в наступающем 20 веке. В процессе 20 века в том или ином виде удовлетворительном было решено 16 из этих 23, если мне не изменяет память. 7 остались открытыми, и одна из них перекочевала в список 7 величайших проблем третьего тысячелетия, которые объявил институт Клея, 7 самых великих проблем тысячелетия. Вот. И называется она гипотеза Римана, но про нее я сегодня ничего не смогу сказать. Из этих 7 проблем одна уже решена сразу же почти в 2002 году нашим с вами соотечественником Григорием Перельманом, про которого вы, наверное, что-то слышали где-то, возможно. Вот, ну а отель Гильберт это вот что такое. Это бесконечный, вот такой вот бесконечный дом, в котором совершенно одинаковые комнаты. Бесконечные, понимаете? Ну, в жизни так не бывает, да? Вот у отеля Гильберта так бывает. И вот у нас все номера заняты. Ученые приехали на конгресс. Бесконечное количество математиков приехало на конгресс и расселилось каждый в свою комнату бесконечного отеля Гильберта. Кстати, ближайший математический конгресс он происходит раз в 4 года. В какой-то момент был, видимо, какой-то сбой, потому что в 1900-м он был. Я думаю, что во время войны не было конгресса, потому что ближайшее заседание конгресса состоится в Санкт-Петербурге в 2022 году, этим летом. 2022, да? А там 1900. Если он каждые 4 года, то 2022 бы не попало. Попало бы в 2020-й. Значит, его где-то не было. Я думаю, что его не было во Второй мировой войне. Ну так, скорее всего. Вот. И вот в этот отель приезжает еще один ученый. Опоздал, у него рейс опоздал. Приехал, а тут все уже заселено. Вопрос, как его вселить в этот отель? Посадить. Да? Может, вселиться, а дальше бесконечный. А куда вселиться? В какую комнату? Как вы? Кого-нибудь выселят. Совсем выселить нельзя. Еще идеи? Последние. А их нет. Они все заняты. Первое. Тоже нет. А? Добавить комнату? Нет, ну допустим, уже нельзя строить. Вот он есть. Коридор. Нет. Первую комнату всех остальных переселить дальше. Молодец! Мы его, вот этого выгоняем пинками, вселяем сюда, а этого, после этого сюда вселяем, а этого выгоняем пинками сюда. А этого выгоняем пинками сюда. Короче говоря, передаем по отелю вперед, туда команду. Каждый выселяется в следующую комнату, а следующего переселяет дальше. Тогда всем хватит места. Видите, он был занят, весь отель, не было пустых мест. Пустых комнат не было. А мы раз, и всех переселили направо. И пустая комната образовалась, и мы сюда вселили его. Вот он, и мы всех вселили. Правда? Отлично. Все вселили. То есть бесконечный отель устроен очень странно. У него, как бы сказать, нормальный отель, если он весь занят, ты никого не вселишь. А в бесконечный отель можно вселить, даже если он весь занят. Это прелюдия. Это прелюдия. А теперь, собственно, постановка вопроса. У нас есть бесконечная во все стороны парковка машин. Смотрите, у меня и сюда, и туда отсчет идет. Есть
ячейки, где могут стоять, ну, эти отсеки, да, в которых могут стоять машины. Это номера. Номера написаны прямо на вот эту бесконечную парковку. Но любая точка, первая, вторая, минус первая, минус вторая, во все стороны. И эта парковка, она занята, ну, машинами занята, короче, она вся, да? И вот происходит некоторая команда, в результате которой с машинами что-то происходит, они как-то меняют свое положение. Но внешне никакого изменения не произошло. Будем считать, что везде стоит одна и та же, ну, одинаковая марки машина. Какой-нибудь Жигуленок стоит везде, да? Вот. Везде стоят Жигули. Одного цвета. Без номеров. Я не могу различить никак. Вот я отворачиваюсь, а потом, что вы там о чем-то договорились, и дали команду всем машинам что-то сделать. Я поворачиваюсь, а машины на местах, аппаратно так же, как и были, вроде ничего не изменилось. Какая могла быть ваша команда? Любая. Остаться на месте. Хорошая идея. Назовем это ID. Поменяться местами. Как именно поменять местами? Может быть, любая команда. Вот так, да? Понятно, да, в принципе, может. Поменять знаки местами. Нет, мы знаем, мы только машины можем менять. То есть машины могут занять какие-то другие положения. Сейчас я добавлю еще одно требование. Действительно, очень много может быть разных команд. Ну что, я взял эту сюда, когда послал, эту сюда, эту сюда. А вот сейчас я добавлю еще одно требование. Требование такое. Расстояние между любыми двумя машинами, что бы вы думали? Не поменялось, совершенно верно. Именно так, не поменялось. Вот оно, дополнительное требование. Вот это замечательный приказ ничего не делать, он, конечно, тоже остается возможным. Да? Там же две стороны. Есть один и минус один. Можно просто один и минус один поменять, да, вы сами. А два и минус два? Умножить на минус один. Ну, два и минус два. Тоже можно поменять. Итак, вот это остается на месте, машинка. Эти два раз и меняются местами. Эти два раза меняются местами, да? И так далее. И действительно, расстояние не меняется. Это можно как сделать? Я могу вот сюда вбить такой условный гвоздь и всю эту вот прямую с машинами вот так перевернуть, да? Давайте назовем это S0. Ноль означает, что у нас относительно нулевой координаты. У нас фактически парковка, да, номера. Номера места — это координаты, это прямой. И мы берем вот эту координату, забиваем все сюда точку, бах, и все переворачиваем. Отличная идея. Есть такой вариант. Еще. Можно собрать двигатель синхронно одновременно, чтобы расстояние между ними тоже расстоялось. А как именно они сдвигаются? Чтобы они ехали лишь бы вперед, потом все синхронно развернулись, и можно сказать, как зеркалились. Ну, можно начать с идеи просто синхронного движения вперед, да? То есть дается команда, все, а? Машины встали вот так, в ту сторону форме. Отъехали сколько-то шагов. Развернулись обратно. И заняли свои, каждое то место, которое заняла. Сколько шагов? А сколько угодно. Давайте на Т1, например, это будет сдвиг на один шаг. То есть все раз вот так и сдвигаются. Но можно и Т2, да? Т2. Т2 взяли вот так? На два. На два деления. Каждая машина съехала на два деления. Можно на ноль шагов. Но это мы уже проходили. Что это будет за движение? Точно. Молодцы, да.
А вот эти все уже они будут реально машины будут сдвинуты. И у нас получается вот такая последовательность. Ну, можно и влево, правда? Можно же ехать влево. 3 минус 1. То есть уже выдумана некоторая бесконечная серия сдвигов машин. Бесконечная серия. Они могут поехать все на 3 шага вправо, могут все поехать на 7 шагов вправо, могут все поехать на 1 шаг налево, и мы называем это минус 1, да, движение на минус 1. Могут и остаться на местах, это Т0. И так для любого, ну, для любого количества делений. Так. Так. А еще какие-нибудь варианты есть, чтобы я ничего не узнал? Какие еще варианты могут быть? Можно задать вопрос? Да. У нас же получается бесконечная парковка и бесконечное количество машин. Ну да. Тогда любая команда будет приводить к тому, что машина будет оставаться. У нас есть дополнительное вот такое требование, которое на самом деле очень сильно сближает. Так на каждой, число, на каждом свободы. Месте будет каждая машина. Но нам нужно, чтобы вот как, какое расстояние было, вот, например, между первым и третьим, такое оно и должно остаться. Не, нет, они там вот к этому рулю припали. Влево, вправо. Нет, добавлять тоже не можно. Можно уже то, что есть, то есть. Там, да. Для положительных и четные делают шаг вправо, четные шаг влево, для отрицательных наоборот. Нечетные делают влево, четные вправо. А ноль не трогаем. Так, нечетные. Вот здесь куда? Вправо. Вправо, а четные? Влево. Вот проблема. Дело в том, что между вот этими было расстояние 1, а станет 3. То есть не получится сохранить вот это условие. В принципе, если мы это условие не требуем, то очень много действительно движений. А вот если мы требуем, то... Ну вот, ну давайте что-нибудь еще. Все-таки еще не все. Не все варианты выработаны. Вот есть еще некие варианты. Нет, а у вас тогда единица переместится влево. А если единичку переместится влево, то между тройкой и единицей останется такое же расстояние, как и было. Они же все сдвинутся. А вот между тройкой и двойкой? Оно поменяется. А мне нужно, чтобы между любыми. То есть, мне нужно сделать, чтобы между любыми. Можно по-другому назвать, то, что у нас просто прямая вот эта, да? Из этих, с нанизанными на нее машинами. Она такая, она, ну вот неподвижная, к ней ничего нельзя не сгибать, ее не растягивать, вот она вот как есть, так и есть, как кусок. Вот эта прямая вся целиком должна, вот она туда поехала, вот нормально, назад тоже поехала. Перевернулся относительно нуля, да, тоже нормально. Еще, да, какой-то вид? Вот эта парковка начинается с точки, да? И вот так вот бесконечно. Да. Вот. То есть имейте в виду, что кроме S0 можно S1, S2, да, любая, а также S-1. То есть мы берем любую точку, заявляем, что вот эта машина останется на месте, остальные будут меняться. То есть переворачиваем это все как бы прямую. Да, да. На самом деле я предлагаю представлять себе даже, ну, машины, это было так, для водная аналогия. Можно просто считать, что такая прямая, да, с намеченными на ней вот этими точками нанесенными. И мы ее вот так либо переворачиваем, либо сдвигаем в разные стороны. Ну что, если мы теперь перечислим все такие, это все варианты или не все, которые, в принципе, можно сделать с этими машинами, чтобы внешне потом было неотличимо? Нет. Какой еще? Ну давайте попробуем найти. На самом деле не все. Да? Сместить направо, потом вернуть налево назад. Но это все равно, что тут надо сделать некую оговорку. Понятие движения для математиков это результат, а для физиков процесс. То есть физики скажут, вот поехал сюда, и потом вернулся назад, ты совершил движение, потратил бензин, да, наконец. А математика скажет, ты где был? Вот здесь, а теперь ты остался на месте, а значит движения не было. Ну, то есть математика смотрит только на результат. Есть еще, да? Да. Ну да, ну вот относительно точки 0, относительно точки 1, да? А, нет, или каждый на своем месте. Каждый на своем месте,
Каждый на своем, нет, мы считаем, что они как бы от этого, ну, мы же, я же должен, когда я оглянулся, вот я вижу, что что-то, если я обернулся, и они стоят в другую сторону, я это увидел, я обнаружил. То есть мы не можем их положение, как они стояли вот так, а так они отсюда сюда и должны вернуться. То есть даже когда мы едем, мы поворачиваемся в эту сторону, едем, потом обратно никак. Разворачиваемся, нужно, чтобы я ничего не смог заметить. Ну что, давайте тогда, если мы сейчас не видим, какие еще операции могут к этому привести, или видим? То есть сейчас, давай по очереди, что? И двигаться, да, Ванесса? Сейчас мы про это поговорим. Сейчас про это поговорим, да. Бесконечно. Тогда расстояние изменится. То есть если первая придет вторую, вторая четвертую, да? Нет, тут было расстояние один, нельзя. Надо сохранить состояние. Что? Да, но это как раз Т, вот любое такое. Т, Т1, например, это вот мы все поехали направо. Четкие и нечетные места. Изменится расстояние. Вот эти две тогда, если вот это сюда, посылать сюда, вот это не имеется. А из двойки? А, ну это сдвиг на один влево. Вот он тоже, это Т-1. Он уже есть. Это правильно, да, но он уже есть. А вот еще. Есть ли еще какая-нибудь? Вот все ли мы перечислили? Ага. Потребя можно? Что делать? Потребя можно на 1/10 подвинуть их все. То расстояние не изменится, и это будет точно. А, на 1/10 подвинуть, да? Да, если как-то. И это хороший вопрос. На самом деле, буквально через 5 минут будет можно уже. Но пока я все-таки проверяю, что каждая стоит на своем парковочном месте. Но через буквально вот несколько минут мы разрешим уже. Мы заменим машины просто на точке напрямую. И все. Тогда можно подвигать по дорогам. Пока еще нельзя. И все-таки я настаиваю, чтобы вы некоторое количество движений не заметили. Давайте попробуем следующее сделать. Вот кто предложил? Вот как тебя зовут? Валера, меня? Да. Кирилл. Ты предложил по очереди одну и другую вещь сделать, да? Да. Или ты предложил? Как это, да? Что предложил? Сделать одно движение какое-то сложение, а потом какое-то другое. Вот. Давай попробуем сделать, например, вот так. Вначале мы вот такое, а потом вот такое. Смотрите, я почему-то делаю справа налево. Так в математике принято обращаться с отображениями. У нас речь идет о отображениях. То есть прямая, с прямой все, со всей прямой целиком что-то происходит. Это называется отображение. Но это как бы имеется в виду, что я вот сюда подставлю какую-нибудь машинку с каким-нибудь номером или там просто с координатой X, вот какая-то машинка X, я посмотрю, что произойдет с ней при вот этом при сдвиге. Она перейдет машину, ну она перейдет на координату X плюс 1, правильно? Просто прибавится единица. Если я сдвину все направо, то где бы она ни была, прибавится единица. А вот дальше, вот когда я после этого совершу S0, какую она перейдет после этого координату? Минус, да? То есть минус 1, минус x. То есть она была вот в координате x, стала в координате x плюс 1 и переметнулась на ту сторону в минус 1, минус x. Вопрос. Ну, понятно, что это вот это отображение, да, такое, такая команда, она положение машин тоже не поменяла. Расстояние не поменял. Я имею в виду всех машин одновременно. Раз первый раз мы сдвинули, ничего не заметно было. Второй раз перевернули, ничего не заметно было. Значит, в результате ничего не может быть заметно. А значит, это какое-то преобразование, которое, однако, тоже я не заметил. То есть тоже движение, да, тоже движение, тоже сохраняет расстояние между машинами. Вопрос, как его описать?
куда, например, перейдет машина с номером 0? Останется на месте. Минус 1. Нет, не останется на месте, потому что вначале она вот сюда сдвинется, да? А при вот этой операции она перепрыгнет через 0. То есть 0 перейдет в минус 1. Смотрите, 0 перешло в минус 1. Ну тогда может быть это вот это? Но если бы это было вот это, то тогда куда бы перешла единица? Она бы перешла в 0. Если 0 перешел в минус 1, то 1 должно перейти в 0, по идее. А давайте проследим, посмотрим, куда же перейдет единица на самом деле. Ну-ка. 2 и минус 2. Итак, у нас 0 перешло в минус 1, а 1 перешло в минус 2. Можем ли вы догадаться, что это за преобразование? Похоже на зеркало. Относительно какой точки? Нет. Минус 0,50. Да! Относительно дробной. Вот тут уже говорили о дробях. Смотрите, как удивительно. Мы сдвигали на целое количество и отображали потом относительно целой точки. А в результате получили такое переворачивание этих машин, которое осуществляется относительно дробной точки. Точки минус 1,2. И понятно, что все середины, они все годятся нам, как точки, относительно которых мы можем все перевернуть. Потому что незаметно будет ничего, целые перейдут целые. При, например, вот этой вот S4,5, да, у нас 4 перейдет в 5, 5 перейдет в 4, 6 перейдет в 3, 3 перейдет в 6. Ну, они вот будут, как бы, так сказать, целые точки перейдут целые. То есть, если у нас середина ровно между двумя, ровно посередине между двумя соседними целыми, то у нас ситуация тоже выглядит как машины, ну, свое положение не применяли, как будто. Вот. Ну и вот теперь уже кажется нам, что нужно вообще разрешить дроби, потому что если мы исходим из целых чисел, только целых чисел, то мы никак не сможем даже обратиться к такому S. Это S минус 1,2. Но мы пока у нас только целые числа были, значит нам придется добавить еще и дроби. Вот. Если мы добавим дроби, тогда разумно было бы совершать переносы, уже сдвиги на дробное количество. Например, на 3,5, да? Сдвиг направо на 3,5. Я уже тогда не слежу за тем, машины вернулись на свои места, и не, ну как бы, так же стоят или нет. То есть я себе предлагаю сделать такой мощный внутренний такой интеллектуальный подъем на абстрактную величину, просто на всю прямую целиком. Вот. У меня есть прямая, она сделана из стального провода. Никаких машин, господи, с машинами, да? У меня есть прямая из стального провода. Бесконечная в обе стороны. И я хочу понять, какие возможные преобразования этой прямой, какие возможные преобразования движения, то есть такие, что они этот провод не растягивают, они его не сгибают, провод остается проводом, вот, и внешне как бы ничего не меняется. Ну и тогда, естественно, было бы предположить, что возникают сдвиги на любое число вправо и влево, x больше, меньше нуля, как угодно. И отражение относительно любых точек. Сдвиги и отражение. Любой сдвиг, любую сторону, вот так вот, мы ее сдвигаем или налево сдвигаем. Это все не меняет, да, положение прямой никак. И если мы забьем в любую точку прямой какой-то гвоздь, взяли, забили гвоздь, потом вот эту вот всю проволочную прямую вот так раз и перекрутили наоборот. То это тоже преобразование прямой, которое не меняет расстояние. То есть, ну вот, берет и перевернул, и ничего не меняется. Ну и утверждение, которое мы
мы можем доказать, в принципе, но, может быть, мы чем-нибудь более интересным займемся, а доказательства вы посмотрите, если... Это сюжет из того урока математики, на самом деле. Вот, поэтому, если я вас заинтересую, вы посмотрите сами доказательства. А пока я его сформулирую, что других движений нет. То есть это вот список полный. Если вы знаете, что прямая внешне осталась как прямая, то ничего другого, как направо сдвинуть на какое-то количество или налево на какое-то количество миллиметров, или же вывернуть вот так ее, как бы, поменяв стороны, относительно любой взятой точки, ничего другого сделать нельзя. Давайте вместо того, чтобы доказывать, попробуем составить такую таблицу умножения. Вот у меня сдвиг на x вправо или влево. Ну, тут как, если x больше нуля, значит, это сдвиг вправо. Если x меньше нуля, сдвиг влево. Если x равно нулю, то это... ID. И дальше у меня может быть относительно любой точки, которую я могу здесь рассмотреть. Точка А, бывает точка Б. Сдвиги бывают тоже на другие какие-то, другие, значит, отражения. И сейчас я попробую понять, что будет, если совершить вначале сдвиг на x, а потом сдвиг на y. Что будет, если вначале перевернуться, потом сдвинуть на y? Что будет, если вначале сдвинуться, потом перевернуть? Будет ли это одно и то же? Или не обязательно? И что будет, если вначале перевернуть, и потом еще раз перевернуть? Вот такая задача, да? У нас у вас была в младших классах таблица умножения, да? Чисел. Помните таблицу умножения? 3×7 = 21, 6×8 = 48, да? Вот. А здесь будет таблица умножения... Вот таких вот движений. Таблица умножения. Вот. И я утверждаю, что можно сейчас, вот как бы, так как мы исходим из вот этой теоремы, которую доказывать не будем, вместо этого ее пощупаем. Это означает, что когда я совершил два движения одно с другим, то в результате должно получиться тоже какое-то движение. То есть либо какой-то сдвиг, либо какой-то оборотик. Ну, давайте попробуем это понять. Самое простое — это вот здесь. Кто скажет, как это проще записать? А? Это t. На какое расстояние? Как его записать через x и y? Молодцы. X плюс y. Смотрите, что на самом деле происходит. Я взял прямую и сдвинул на x, например, направо, да? А потом еще раз сдвинул, еще на y направо. Ну, ясно же, что это значит общий сдвиг на x плюс y, да? На 2, например, сдвинул, а потом кто-то пришел. Вот я пришел, сдвинул на 2 машины наши. Потом кто-то пришел и еще сдвинул их на 3. Ну, это то же самое, что каждая машина сдвинулась ровно на 5, правильно? Но волшебно здесь то, что я не должен изучать знаков x и y. Например, если кто-то сдвинул на 2 влево, это значит, они уехали, ну как бы, на минус 2 мы пишем, да? Если кто-то потом пришел и сдвинул на 3 вправо, я сдвинул на 2 влево, а кто-то на 3 вправо, что в результате получилось? На 1, и причем плюс как раз. Действительно, если вначале на 2 влево, а потом на 3 вправо, то это опять 3, на этот раз минус 2, то есть t1. А если наоборот, если я вначале сдвинул на 4 вправо, а потом на 5 влево, минус 1 получился, потому что 5 больше 4, и по модулю 5, да, у нас старший класс будет такая операция модуль. Ну, короче, 4 вправо и 5 влево, это явно 1 влево. И это соответствует формуле, что 4 минус 5 равно минус 1.
Вполне логичная формула. Раз 4 вправо и 5 влево дает 2 влево на единицу, значит это минус. Если влево, то минус напишем. Так, а если я, например, сдвинул на 3, а потом сдвинул на минус 3. Мы останемся на том же месте. Да, и это мы уже научились называть буквами ID. ID это вот такой вот. Но это опять соответствует тому, что минус 3 плюс 3 это что? 0. А t0 это как раз id. То есть у нас t3 на t-3 это t0. t3 плюс минус 3. Поэтому это универсальная формула. Это всегда получается сдвиг на сумму x плюс y. Так, а вот теперь мы займемся сложным материалом. А именно в начале переворот, а потом сдвиг. Первый вопрос. Это сдвиг или переворот? Где другое? Нет, когда мы уже их выполним, возникнет ситуация, когда это что-то уже одно, но с каким-то, ну там вот, этим уточняющим. Сдвиг или переворот? Кто за сдвиг? Поднимите руку. Кто за переворот? Поднимите руку. Да ладно. На самом деле переворот. И вот почему. Дело в том, что когда вот я нарисую, я напрямую могу нарисовать такой вектор. Вектор изначально старшей школе, но на самом деле зря. Младше тоже можно. Вот стрелочка просто с хвостиком, вот такая. Называется вектор. Но я возьму и нарисую вот такую стрелку. И теперь я беру и прямую переворачиваю. В какую сторону смотрит стрелка? Наоборот, влево. Да, то есть после переворота стрелка будет смотреть влево. Причем неважно относительно какой точки, да, я делаю переворот. Если я делаю переворот, то стрелка всегда перевернется. А если сдвигаю, она останется в ту же сторону, в которую она смотрела. А, так вот, теперь если я вначале переверну, а потом сдвину, то она вначале перевернулась, а потом больше не менялась. То есть смотрит влево. Она смотрела вправо. Я перевернул. Она стала смотреть влево. Сдвинул. По-прежнему смотрит влево, правильно? Значит, при совершении вот этих двух действий последовательно, она будет смотреть влево. Но значит, результирующее действие на самом деле переворот, а не сдвиг. Осталось узнать, как вычислить точку, относительно которой будет переворот. Это явно не точка А. Потому что точка А при перевороте остается на месте, а потом при сдвиге куда-то уедет. Ясно, что значит мы не относительно А переворачивали, а относительно какой другой. Кто догадается? Вот как узнать, я бы сказал так, у меня напрямую задана точка А, и задан y, на который мы сдвигаем. Ну, например, направо. Налево можно так же будет произучить. Вот могу ли я по этим данным найти ту точку на прямой, относительно которой будет переворот? Вот это вот на самом деле будет S относительно некоторой точки O, где O получается... Я ставлю многоточие. Как получить O? Что? Да, половина y. Направо или налево? Ну, а минус 0,5. А минус 0,5 y. Ну-ка. Или все-таки а плюс 0,5 y. Я напоминаю, что тут справа налево всегда делается. Тогда плюс. Правильно, вот она. Вот О, это вот эта точка. И вот почему. Давайте посмотрим. Вот на эту точку А.
Вот 0,5 игрека я отмечаю, вот так. То есть игрек у меня должен сейчас, если я игрек спроектирую вот сюда, так что а получится в серединке, у меня будет правый конец и левый конец, да, этого игрека, симметричный относительно точки а. Что происходит с вот этой точкой? Это как раз о равное а плюс 0,5 y. При отражении что с ней происходит? Раз и сюда, да, прыгнула? Согласны? А при сдвиге вот эта точка? Что дальше с ней произошло? Направо. Это же ты, вот оно, направо. Сдвиг направо. То есть было отражение. Вот эта точка прыгнула сюда, через точку А. Да, перепрыгнула она через точку А. А потом совершился сдвиг. И что она сделала? Она вернулась назад, да. Она вернулась назад. Она была в точке А плюс 0,5 y. При перевороте она, естественно, симметрично отразилась в А минус 0,5 y. А дальше нужно совершить сдвиг на y, то есть прибавить к этому y. Обратно вернулась 0,5 y. Поэтому она осталась на месте. Ну и довольно просто. В принципе, проследить за любой другой, чтобы понять, что это действительно эта операция, сдвиг вслед за переворотом, это действительно отражение относительно новой точки, которая сдвинута относительно исходной на 0,5 y. Но давайте посмотрим за судьбой, например, точки А. Что произошло с точкой А вот при этом преобразовании? Ну-ка. Первый шаг. Отражение. На месте. А дальше? А плюс y, правильно? А перешла в А плюс y. Проверяем. При отражении от А плюс 0,5 y как раз А и переходит в А плюс y. 0,5 поехало еще дальше. Вот раз, сюда. Это А плюс y. Ну, можно еще какие-то точки пощупать, но я предлагаю, записав ответ, попробовать найти, что произойдет вот здесь. Сюда я сейчас выпишу ответ. Так, тут у меня S, Y, ну, A плюс 0,5 y. А, наверное, белым лучше писать. А плюс 0,5 y, да? Так. А сюда что мы запишем? Минус 0,5. Ну да. По аналогии все будет так. Только наоборот. Вначале теперь мы сдвигаем, да? А потом мы переворачиваем. Давайте я вот отсюда сотру. Вначале сдвинем, потом перевернем. Так, у меня есть некая x, ну пусть тоже положительное направление, в принципе не важно, то же самое, если отрицательно, анализ будет таким же. И точка b. Я делаю следующее. Я вначале сдвигаю, потом переворачиваю. И утверждается, что теперь нужно разделить вектор на две части, тоже его совместить так, чтобы b попадало в его середину. Здесь будет b минус 0,5 x. Здесь будет b плюс 0,5 x. И теперь у меня отражение относительно вот этой. Ну, как это понять? Надо проверить, куда она перейдет, да? Куда эта точка переходит при переносе на x?
B плюс F5X, правильно? А теперь нужно отразить от B. Прыг скок и обратно, да? Была здесь, двинулась, потом перевернулась. Осталась на месте. Ну и можно про остальные проверить, например, вот что вот это, куда она денется. Вот она сдвинулась сюда. Что дальше с ней произойдет? Опа! Вот сюда, да? Сдвинулась на x сюда, потом перевернулась и попала в b минус x. Но b минус x это как раз симметрично относительно b, ой, относительно вот этой точки, как бы, симметрично вот этой точке, относительно вот этой. То есть это как раз и есть перепрыгивание через b минус f5x. То есть получается, ну и про остальные тоже можно это вывести, что это s b минус 0,5x. Вот, заметьте, что здесь будет разный результат, если я вначале прыгаю, потом перемещаюсь, то у меня прибавляется половина вот этого числа. А если я вначале перемещаюсь, потом прыгаю, то вычитается половина числа. То есть у меня результирующее состояние вот этой прямой, она будет разная. Но у нас осталась одна веточка, которую мы тоже хотим заполнить. Что будет, если совместить, если сделать подряд два отражения? В начале SA, а потом SB. Что с вот этим вектором будет? Перенос, да, он перенос. Это будет перенос, потому что он дважды, да, он дважды, он один раз. При первом отражении он один раз поменяет направление, при втором отражении он второй раз поменяет направление. Но второй раз поменяет направление, значит, имеет то же направление, которое было, да? А значит, будет перенос. Вопрос, на какое расстояние? Нет, здесь нужно как-то через координаты, то есть тут как бы умножение, ну умножение здесь. Ну, например, если это 7, это 8, будет очень где-то далеко, что-то огромное какое-то число. Явно не умножение, это что-то другое. А давайте проследим за судьбой точек А и Б. А. При первом действии что происходит с А? На месте, да? Теперь эта точка относительно B. Куда идет? Вот сюда. Так. Ну-ка давайте посмотрим на точку B. Куда она будет деваться? B вначале куда делась? Прыгнула вот сюда, правильно? А дальше она должна относительно B отразиться? Нет. Направо же далеко-далеко. Вначале сюда относительно А, потом сюда относительно Б. То есть Б уехала сюда, А уехала сюда. И мы видим, что это действительно перенос на удвоенный отрезок. На двойной, да. Два. Ну, это обозначается так. Два АБ. Просто у нас есть отрезок, который соединяет точку А с точкой Б. Вектор, на самом деле, если честно, называется. И этот вектор надо удвоить, то есть удлинить два раза, сохранить его направление. Пишу сюда t на 2ab. Вот эта таблица открывает вам ворота, теорию групп. Страшные слова произношу, которые вы узнаете только в университете. Это тоже таблица умножения, но в ней не 10 цифр, а бесконечно много разных объектов, разной природы. Вот эти все похожие друг на друга, да, они сдвиги. Что влево, что вправо. Формула универсально действует совершенно. И вот эти похожие друг на друга, они все есть переворачивания. И мы можем сказать, что произойдет, если мы выполнили одно, потом другое.
Ну понятно, что тогда можно уже и 3, и 4, и все, ну как бы сколько угодно выполнить действий вот таких. И каждый раз у нас будет получаться либо перенос, либо отражение. Другого ничего не дано. С прямой можно делать только переносы и отражения. Так, а давайте теперь решим некоторую достаточно трудную задачу. Попробуем решить. Я сохраняю вот эту таблицу. И вообще вот эту вот, ну как бы, вот эту часть, верхнюю часть доски сохраняю. Задача такая. К вам пришел друг и говорит: у меня есть список. Список движений прямой. Первое, второе, третье, четвертое, пятое и какое-то последнее. Где K — это просто некоторое количество. Может быть 10 у него, может быть 15, может 20. Он не говорит, он не сказал, чему равно K. Он просто сказал: у меня есть для вас список движений прямой. Некоторые из них — это переносы на какие-то расстояния, некоторые — отражения относительно каких-то точек. Но, говорит он, любое движение из этой группы, и если выполнить его, после него выполнить любое еще движение из этой группы, всегда будет в этой же, в этом же списке. Понятно условие? Значит, итак, у вас есть некоторый конечный список действий. Например, перенести направо на 3. Или перевернуть относительно точки 1,2. Или там сдвинуть налево на 1. Или перевернуть относительно минус 3. Да? Просто конечный список. И есть такое условие. Условие заключается в том, что любые два взять, даже одинаковые или разные, как угодно, выполнить одно за другим, и останется какой-то обязательный из того же списка. То есть мы не выходим за пределы того списка, мы делаем любые операции внутри списка, остаемся внутри него. И друг вас спрашивает, какой длины может быть его этот список, чему может быть равно k, и как вообще этот список может быть тогда устроен при этом дополнительном условии. Сейчас будем решать. Это не сразу. Это не очень простая задача. Сейчас мы ее порешаем. Давайте попробуем поразбираться, да? Ну вот, например, если у него в этом списке вообще есть только вот такой элемент, а больше ничего нет, это вариант годится нам? Да. Чисто формально годится, правда? Берем ID, с чем мы можем его скомпоновать? Только с одним, у него больше в списке ничего нет. Но ID — это ничего не делать. Если я два раза ничего не сделаю, значит, я ничего не сделаю, правда? Значит, ничего не изменилось. Значит, такой список явно мог быть. Но давайте на более сложный вариант. Он же не совсем такой вот тролль, да? Что пришел, вам дал, в нем всего один элемент в списке. Это тогда он тролль ваш, друг Петя. Да? А может быть, все-таки более содержательный какие-нибудь варианты. То есть, может быть, k может быть не равно единице, а больше. Давайте попробуем сделать какие-то выводы, да? Какие-то выводы из вот этого условия. Ну вот, например, ясно, что если всегда вот такой элемент здесь, то, по крайней мере, если каждый элемент я сам с собой, да, два раза выполнил, то это тоже будут какие-то из оставшихся. Правильно? Теперь давайте найдем среди буквок G какой-нибудь перенос. Если он вообще есть. Перенос, но не ID. Итак, пусть G со значком I — это перенос на некоторый вектор X, отличный от нуля, отрицательный или положительный. Тогда
Что получится, если этот перенос выполнить два раза подряд? Что это будет? Т2х. Но по условию должно быть в том же списке, правильно? Да. Значит, если есть какой-то перенос на х, то есть и перенос на двойной х. О! Но тогда и на тройной, правда? Это же Т2х после Тх. Значит, он тоже здесь. Т2х в списке, значит, Т4х тоже в списке. А Т4х тоже в списке. А Т5х тоже список. Вот, смотрите. Если список конечный, то мы пришли к противоречию. Правда? Потому что перенос, как мы предположили, что он не нулевой, какой это х. И если бы был такой перенос на не нулевой, тогда на 2х, на 3х, на 4х, это все совершенно разные переносы. Все дальше и дальше, да? Но по условию они все должны быть в этом списке, а он конечный. Значит, как это называется в школе? От противного, да. От противного. Знаете, такой способ доказательства? От противного. От такого от омерзительного, да? Я когда в школе учился, маленький был совсем в пятом классе, и учительница говорит, вот сейчас мы будем доказывать методом, который называется от противного. Вот, а я поднимаю руку, говорю, а почему не от омерзительного? Сразу же книги. Через полминуты я поднимаю руку, говорю, почему не от отвратительного? Смотри, я тебя сейчас выгоню. Я поднимаю руку, говорю, почему не от мерзопакостного? И она меня выгоняет. Из класса все-таки, в конце концов. Но я так до сих пор и не понимаю, что же противного в этом, да? Правильно было бы говорить от противоположного. Что же противного, да? Разве это противно, это же прекрасно. Смотрите, какая красота. От противоположного надо говорить, а не от противного. И я говорю, давайте, я на следующий урок пришел, говорю, я больше не буду вас дразнить, но давайте вы будете говорить от противоположного. Она говорит, смотри, не учи меня, как мне говорить. Я, как это сказать, я веду математику, но что ты ко мне пристал? Иди в писательскую школу. И я решил пойти в писательскую школу. Вот, и поступил в писательскую школу. Ну вот, это было еще дома, да, в писательскую школу. Ну, короче, есть такое вот выражение, доказательство от противного. То есть мы предполагаем что-то и приводим к противоречию. Вот мы предположили, что здесь есть хотя бы один перенос, правда? И привели к противоречию это утверждение. Значит, что переносов там нет, правда? Просто вообще ни одного. То есть единственный перенос, который здесь в принципе может быть, это ID, потому что это Т0. Т0 после Т0 это Т0. Не отдаляется далеко, да? Остается Т0. Поэтому в этом списке, кроме ID, если вообще в нем есть ID, может и в нем нет ID, а может и есть. Но, по крайней мере, точно, что нет никаких переносов. Но мы же, как бы, мы знаем, что движение бывает только двух видов. Это бывают либо переносы, либо перевороты, да? Значит, они все тут перевороты, кроме, может быть, ID. Вот почти все, да? ID есть или нет, я не знаю, но это вот как бы вопрос, который мы еще порешаем. А дальше есть какое-то количество переворотов. Их k минус 1, если есть ID, и их k, если нет ID. Да? Ну, в общем, это все переворот. Так. Ну, хорошо. Следующий вопрос. А если есть два переворота, то значит есть их композиция? То есть выполнение одного с другим. Тоже есть списки. Вот у меня есть переворот А. Например, переворот относительно А и переворот относительно Б. И А не равно Б. Тогда у меня есть вот такое. А это кто? Да, это 2Б. Но если А не равно Б, то это не равно нулю. Плюс 5? Плюс 5 бесконечно. Опять. Ну почти ничего нет. В этом списке почти ничего не может быть. Если в списке есть хоть один перенос на ненулевое расстояние, то
то их не может быть конечное количество, их бесконечное количество сразу. Но если есть два разных обращения, два разных, то тогда точно есть перенос. А тогда тоже не может быть. Значит, в этом списке нет разных S. Всего максимум одно S и максимум один перенос, который ID. И больше не может быть. То есть, на самом деле, в его списке максимум два разных движения. И если их два, то одно из них ID. А может быть одно и оно SA? Или не может быть? Я бы не торопился. Дело в том, что если два раза сделать SA, то получится ID. А значит, если есть SA, то есть и ID. Никуда не деться от этого. Значит, если в списке есть хоть один SA, то он только один. В списке нет переносов, кроме ID. Если есть хоть один SA, то SA только один, но тогда обязательно еще есть ID. Поэтому такая ситуация невозможна. Ну а если нет ни SA, ни переносов, ни тривиальных, значит, это вот такой список. Все. Задача решена. Вася, или кто там, Петя был у нас, я уже забыл. Петя принес нам либо список из одного, ну это чистый троллинг, да, вот это, чистый троллинг. Либо принес из двух, а именно ID и еще один переворот. Вот переворот и ID, пожалуйста. Сколько ни компонуй, никуда за это дело не уйдет. ID после ID — это ID. ID после переворота — это тот же переворот. Переворот после переворота — это ID. Все, значит, этот список должен быть. А больше никаких нет. Это вот мы так классифицировали все конечные подробы движения прямой. Серьезно, задача решили, между прочим. Это всем надо. Мы хлопаем всем там. А сколько сейчас времени? Три часа. Три часа. Давайте я тогда вам скажу следующее, чтобы долго вас не задерживать. Что с окружностью все гораздо интереснее. У окружности бывают... Ну-ка, кто скажет, вот у вас в руках обруч. Обруч. И нужно его, как бы, с ним что-то сделать, чтобы я не заметил. Перевернуть его. Покрутить. Отразить. Только теперь же не к точке, да? Ну, можно относиться к точке, но все равно, чтобы покрутить на 180. И можно покрутить на любой угол, правильно? Ну, возникнет такая же арифметика, очень-очень похожая. Отсылаю к уроку там номер, вот там, я думаю, что 8-9 это как раз про движение окружности, скорее всего. И там тоже, там будут два вида движений. Это повороты и отражение относительно таких вот прямых. Отражение относительно центра — это на самом деле поворот на 180 градусов. Это все равно, что повернуть полностью противоположно. И там тоже возникает геометрия. А вот задача, которую мы сейчас решали, она оказывается очень сложной. А почему? А потому что некоторые повороты, например, на 60 градусов поворот, если вы сделали 6 раз, то вы... ID. Да. Когда у него конечный порядок. А если экономили на 180, вообще 2 раза совершил, уже все. А если на 90 градусов, 4 раза совершил, и все вернулось в исходное. Ну вот. Вот, я вас приглашаю 100 уроков математики. И это прям вот настоящая математика, это введение в теорию групп, можно сказать, на таком простом материале. Это настоящее введение в серьезную математику. Что? 360 это ID. Просто, да. Поворот на 360 это ID. Ответ к задаче, какие бывают подробы? Очень много подробов. Они очень сложно устроены. Они связаны со списанными многоугольниками, на самом деле. Они такие, они хитрые могут быть. Но вот, да, это такая очень красивая задача. Да? Если ты повернул на 361, математически это то же самое, что на 1. Поэтому
360. Есть даже задача. Вам дан угол 19 градусов. Как построить угол в 1 градус? 19 раз повернуть. 19 на 19 это как раз 361. И повысить угол в 1 градус. А 19 раз положить угол в 19 раз. Это такая вот спойлерская задача есть, математика очень красивая. Как иметь угол в 19 градусов, построить угол в 1 градус. Если у вас есть угол в 1 градус, как вы построите угол в 19 градусов? 19 раз отложить. А если есть угол 12 градусов, как построить угол в 1 градус? 12 раз отложить.